Третий год в России реализуется проект «Поделись своими знаниями». На встречи со школьниками приглашают опытных специалистов разных профилей. Людей, которым есть что рассказать молодежи, послужить примером. Ученики Ленинского городского округа уже успели познакомиться с мотобольной командой «Металлург», а на днях учащиеся 7-й школы сходили в бассейн «Дельфин», где пообщались с прославленным пловцом Иваном Гиревым. Много всего интересного на самом-то деле. Много советов. Не опускать руки и идти дальше к своей цели. Там, в любом направлении, не только в спорте. А как идти к цели, Иван Гирев знает наверняка. В свои 22 года молодой человек уже заслуженный мастер спорта России, обладатель ордена за заслуги перед Отечеством и серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Сегодня он подопечный оздоровительного центра «Дельфин», руководство которого прикладывает все усилия, чтобы помочь Ивану в будущем взять золото. Ребята очень смышленые, они так сначала стеснялись, но потом уже в ходе разговоров раскрылись. Да. Они вообще любой шаг сделают в сторону спорта, неважно, плавание это или не плавание, это им большой респект, уважение. Они реально молодцы, и я даже немного рад тому, что, возможно, я на них как-то повлиял и как-то вот на их вопросы ответил внутренне. Интересовали ребята сугубо личные вопросы, много спрашивали про детство, успеваемость в школе, про музыкальные предпочтения, хобби и даже про компьютерные игры. На самом деле очень понравилось, человек очень открытый, отзывчивый, мне понравилось с ним общаться, все было супер и интересно. Мне показалось, он очень добрым человеком, очень веселым. Я запомнила один совет, что перед соревнованиями не надо думать о плохом, только о хорошем. А вы спортом каким-нибудь занимаетесь? Я ходила на бассейн от школы, а так дома тренируюсь и все. Действительно, многие из ребят и сами занимаются плаванием, ведь их школа напрямую связана с бассейном «Дельфин». И кто знает, может, такие знакомства вдохновят учеников на новые олимпийские достижения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.